Как ты оцениваешь самого известного агрессора в истории Гитлера? Ну, это он для вас, потому что вы назначили самым известным, там все-таки есть еще и монголы, и все прочее. Гитлер, он не, так сказать, не обладает авторским правом на все те преступления, которые совершали при его режиме. Это все не его авторские права. Любая бабка у подъезда геополитически страшнее, потому что она говорит: уничтожить Америку, уничтожить Европу. Любая бабка у подъезда геополитически в 100 раз страшнее твоего Гитлера. Все понятно. Мне неинтересный вопрос. Ты делал передачу о Тэтчер. Да, это правда. И ты сказал, что сегодня ее не хватает. Очень. Она, мировом ее политическом всегда не хватало процессе. И всегда не будет. Она блестящий человек, блестящий политик с энергией, со знаниями, с принципами, умна и блестящая. И очень не хватает сейчас, да. Сейчас бы не было Бардака, если бы была она жива. Вот такой вопрос. Как ты оцениваешь период нашей истории 90-е годы? Очень положительно. Очень положительно. Вместо гражданской войны плохие демократы все отпустили, американцы дали денег, и вместо гражданской войны, которая сейчас как раз пытается развязаться сверху, был мир, появилась еда, появилась техника, появилась машина. Это все и никто ни с кем не подрался. Так называемые патриоты, они же все ездят на иностранных машинах с иностранными телефонами, с американскими, жрут иностранную еду и говорят: ой, какие они там на Западе плохие. Это все 90-е годы. Да, и говорят: а зато у нас духовность. Да, да. Так, в чем причина, основная причина того, что развитие общества не идет должным образом у нас? В чем причина? Что препятствует? Понимаешь, современное общество построено на антиинтеллектуализме, на борьбе с интеллектом или поддерживает все неинтеллектуально. Угу. Вот смотри, примеры я тебе приведу. Многодетная мать, ей дают пособие. Вот, или просто по материнству. А раньше был дальше закон, сейчас не знаю, кто не имеет детей, тот платит, наоборот. Знаешь, вот если женщина. Если ты написала статью, книгу научную, ты многокнижная мать. Тебе никто ничего не заплатит за то, что ты... Если, а что такое родить? Ну, ты можешь не в бессознательном состоянии рожать. Ты можешь рожать, в принципе, просто как ты животное, да, если даже. Уступать место в метро кому? Женщины, дети, старики. То есть те, у кого уже интеллект научно. Если ты молодой студент, ты стоишь, у тебя кровь отливает от мозга, ты приехал на лекцию, устал, ничего не соображаешь, потому что ты стоял в метро, да? Все. То есть, опять-таки, спасать – катастрофа. Спасать кого? Женщины, дети, старики. И так далее. То есть, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я вообще, мне это не моя тема. Я ученый, меня не касается вашей разборки плохо-хорошо. Я просто объясняю, что вот это факт. Мир устроен сейчас так. Фонды, если ты инвалид, тем более, если на голову, тебе дают денег. Если ты гений, тебе никто не даст денег, еще убьют. Так, следующий вопрос тоже в режиме блица. Бюджетники жалуются на низкие зарплаты. Да. Где выход? Я бы им вообще не платил. Не за что. Они ходили на путинги? Их вывозили на митинги? Естественно. Поддерживали? Очень хорошо. Все они мне это устроили, вот пусть живут. А есть бюджетники-учителя, которые устроили нам такие выборы, и которые я видел, помню, в школе, эти вообще профнепригодные существа. Я бы с них взял деньги за то, что они профнепригодны. Понятно. Следующий вопрос. Что наиболее взрывоопасно сегодня в обществе? Откуда ждать неприятностей? От мракобесов. Мракобесов, да. Правильно. Следующий вопрос. Почему ты не идешь в политику? Ну, я не хожу в таких местах, где можно запачкать ноги. Я же объяснил, там надо унижаться. Там даже, вот ты имеешь, у тебя миллиарды. Если ты чиновник, ты можешь все, но ты унижаешься, ты все равно крепостной перед Путиным, условно, да? Ты крепостной актер, ты можешь все, ты можешь любого придавить у себя в театре, на киностудии, в министерстве, любого придавить, а все равно, Владимир Васильевич, все равно унижаешься. А если ты президент, у тебя все хорошо, есть деньги, еда, картины, можешь любого Рембрандта, все. Вот, но прошло наводнение. И ты должен все это бросить, и ясно, что ты не можешь ничего помочь, да? Но ты должен обязательно поехать и в сапогах постоять в луже, потому что когда ты постоял в луже, те, кого затопило, они могут дальше, они считают, от счастья могут жить в любой луже дальше совершенно, чем, им же не нужно, ты пойми, этому не народу важно, что не сделано. Нужно, что он сделал, да, главное, что он образ сам встал в лужу, я должен сделать как-то сразу, у меня счастье, допустим, да, а я должен срочно
себя насилую, чтобы сделать себя так же, все ближе. Понимаешь, то есть это вечное все унижение. Ну, что за... Следующий вопрос тоже, в общем-то, в какой-то степени из этой серии. Ты говорил в одном из своих интервью, что тебе с детства было неинтересно общаться со сверстниками. Это ощущение так и сохранилось или что-то появилось другое? Ну, конечно, знаний меньше, опыта меньше. Вот смотри, допустим, кому я сегодня звонил, сейчас я соображу. Вот Ширвинд. Ширвинд 80 лет. Друг мой, замечательный подруга Чурсина Людмила Севна, 73, если я не ошибаюсь, или 74 скоро будет, по-моему, так. Вчера на втором канале записывался, вот сидели в гримерке, Вера Кузьминична-Васильева. Через несколько недель 90, замечательная наша. Лядова пригласила на юбилей 90. Поэтому вот Зельдин тоже я поздравлял, сейчас на днях Зельдина 100 лет. Ну, это вообще грандиозная вот цифра. Так что Чурсина здесь просто девочка, ну, да? Просто ее. И почему я, кстати, вот с тобой общаюсь, с Невзоровым дружу? Я тянусь к молодежи. Ну, понятно. То есть мы еще молодые по сравнению с твоим традиционным контингентом. Конечно, я на пути, да. Да, на пути, я понимаю. Все совершенно замечательно. Спасибо за комплимент. Так, вопрос по поводу Крыма, тоже в блиц, потому что, наверное, эта тема очень обширна. Но, может быть, по поводу исторического обоснования нахождения Крыма в составе России. Ты уже об этом высказывался, но, может быть, что-то хочешь уточнить. На самом деле, вообще, во-первых, я над тем много говорил. Во-вторых, исторические обоснования, юридические, сейчас это мы передеремся все. Потому что Кёнигсберг захотят немцы, Москву захотят французы. Ну, Наполеон вручал орден почетного легиона на Красной площади, сидел в Кремле, почему он не может получить? Да? А если монгольский парламент, не дай бог, примет обратно закон, обратно московский улус. Ну, давай честно говорить, практически на любой клочок земли. Да, на любой совершенно, да. На земле. На Крым, греки, минимум 10 претендентов найдется. И все будут исторически правы. Все передерутся. Все будут исторически правы. Понятно, историческое право, то есть это особая статья. Так, ну, что еще надо мне сказать обязательно? Я не зачитала кучу, просто огромную кучу хвалебных писем. Так вот, это надо было читать, а не эти клинические вопросы. Хорошо. Ты потом я запиши, хочу сказать только одно. Исходя из всех вот этих писем, которые мы получили, ну, огромное количество людей тебя искренне любят. Ты так любишь своих врагов и недоброжелателей, получаешь искреннее удовольствие, что они есть. Но да, но я вынуждена это признать, правда, что, наверное, несколько больше людей пишут нам, которые искренне тебя любят, желают тебе успехов и с огромным вниманием следят за всеми твоими изысканиями, твоими высказываниями, публикациями и творческими свершениями. Представь себе. Это меня поразило, потому что я думал, что наоборот, после прошлого интервью тебе пришло. Нет, на самом деле много пишут. Ничего не могу подобного. Но это все равно капля в море, потому что народ в целом, конечно, любит только дерьмо. Народ узнает себя в дерьме, любит свое в дерьме, поэтому во всех политике, кто это демонстрирует. Вот, поэтому это, конечно, капля в то, что ты сказал, это дивно, но это вообще капля в море. Это почти, я почти не верю даже. Евгений, как вы умудряетесь сохранять хорошее настроение и чем вы вообще спасаетесь от непростых реалий нашей жизни? Жизнь сегодня. Я же сказал, это влюбленность каждодневная. Именно в жизнь. Прежде всего. Лучше в конкретные вещи. Это уже слишком. Во все красивое. Знаешь, ведь все равно, вот что бы мы ни говорили, политика, экономика, история, все равно в итоге человек приходит к человеку и звучит, например, Бах, тремажерная сюита, в старой вазе стоят юные цветы, там, занавеска колышется, потому что ветер, природа. И все остальное не важно. Вот когда ты понимаешь, что кроме этого все остальное не важно, вот все, вот, кстати, то, что ты тут читала, и все, что мне пишут в личку вопросы, как на Фейсбуке, это все не важно. Главное, это человек приходит к человеку, и больше никого на Земле не существует. Спасибо, Жень.
И тебе спасибо огромное, потому что вот это действительно, это я не зря, как говорится, зашел, потому что я правильно, что я 2 недели. А вот если бы я согласился на интервью 2 недели назад, как ты меня просила, и ты еще не была в Испании, ты бы мне этот диск не привезла. Ну, его привезла. Так что я правильно, что я тебя откладывал. Я надеюсь, что это наша встреча не последняя, потому что я уверена, что новые пачки вопросов посыпятся. Я уже, по-моему, на все ответил, на честное слово. Ну, посмотрим. Посмотрим. Спасибо. Спасибо, ребятки. Спасибо.